привет! Мы сейчас на пляже Лузановка. Сегодня у нас 25 мая. У меня даже попросили, в какое время дня мы приходим, говорить все, и температуру воздуха, и температуру воды. В общем, говорить все-все-все. Конечно, каждый день на пляже это очень важно. Но вот сегодня 25 мая, вторник, и мы уже после обеда гуляем. Людей, конечно, не так, как в воскресенье, и с моря дует такой прохладный чуть-чуть ветер. Термометра у меня нету для измерения температуры воздуха и воды, поэтому будем ориентироваться, что пишут на сайте. Значит, температура воздуха пишет, что около 19 градусов, а температура воды 11 градусов. Ну, из этого делаем вывод, что, конечно, это холодно купаться. Еще люди готовятся к сезону, но по ощущениям погода, конечно, чудесная. Безоблачное небо, такой легкий ветерок майский, уже теплый. Роскошного цвета вода, такая прямо бирюзово-голубая. Сейчас пойдем в сторону дома Павловых. Не знаю, до сколько дойдем, потому что я не одна, с детьми гуляю. Поэтому посмотрим, насколько их хватит. Проходим прибой. Здесь и гостиницы, номера. И кафе, но кафе еще не открыли. Молодежь отдыхает. Видите, кто-то загорает, а кто-то прямо в теплых кофтах. Некоторые уже пишут в комментариях под видео моими, на какие дни они приезжают в Одессу. У вас как, запланирован уже отпуск? Сейчас знакомые тоже позвонили, приезжают в середине июня. Вчера у нас был очень сильный ветер. Сегодня море такое бурлящее. Прям песок подняло. Бывает, знаете, мутное. Бывает, как слеза. Но сегодня такое чуть мутноватое. Кафе называется «Корчма». Вот сейчас мы проходим сортировочную остановку. Если выйти на сортировочный и пройти, то выйдите на этот пляж. Это мы зашли вот в такое заведение. Черной металлургии в Одессу, но меня потом в армию забрали.
такие, белорез. Это грязная единственная. А потом уже ездила и не могла отказаться, потому что ну, на ней уж лет. Короче, еле отстреляла. Я приморка в бульваре сидела так на лавочке, а поляки все темно не солнце. Ветерок у нас усилился. Все, дошли мы до дома Павловых. Ну, так называется остановка. Вообще она называется Продмаш, но уже часто говорят дом Павловых. Все. Пока-пока. До следующих видеопрогулок.